В лес сегодня не пойдем. После дождичка как-то и прохладненько. Не знаю, если Тошка на ней все-таки не настоит на своем. Сейчас идем, и там сзади не видно. Обратно буду идти, если эту дорогу покажу. Две женщины с огромной стопкой скотчем наматывают на деревья объявление. Собака пропала у кого-то. Прям так на каждом почти дереве скотчем клеют. Будем надеяться, что найдется. Пошли туда, где тепло, где солнышко. Косточки греть на солнышке. Сейчас сообщение пришло как раз в Озон. Надо будет сейчас зайти. Таська заказал, попросил вчера штатив для телефона, держатель для телефона. Не знаю, зачем он вам понадобился. Ну, вроде что-то там надо ему, чтобы как-то он там стоял. С их игрушками. Сейчас пойдем заберем держатель. Я в них вообще смысла не вижу. Здесь только такие настоящие треножники, вот знаете, такие, ну не профессиональные, а которые на вытянутой руке удобные и так. И то я в них тоже особо смысла не вижу. У меня такой был, он сломался быстро и ну такое. А здесь просто какой-то держатель на присосках, не знаю. Заберу домой, приду, покажу, что это за чудо техники. А завтра все-таки пойдем в лес на пикник. Ну как пикник? Просто возьмем с собой что-нибудь. Посидим. Темик похрустит чем-нибудь, чипсами, орешками. Может, Сашку Чебурашку возьмем. Если он захочет, мы его возьмем. А если не захочет, мы его заставим. Да, как еще? Только так. Ох, коты. Что-то такое первый раз вижу. Ролики на палках. Что, вид спорта такой? Или что это? Или что это? Ну что, прикольно. Ну, по крайней мере, точно. Ролики у него, да, и палки. То, что хочу. Надо взять на заметку. Сейчас срежем угол. Ничего такого, глаз попал. Долго туда по грязи не шлёндать после дождя. Нет. И позвон. Ну, собачками гуляют. Где там? А мы нет. Я вчера видео предыдущее. Кому интересно, посмотрите, я Мику подстригла. Он был такой весь в этих. Ну, шерсть уже такая. И да и жарко ему было. И решили постричь. Постригли его. Вот. Не люблю я эту дорогу. Здесь прям. Глаз да глаз нужен. Прошла я. Это место мне не нравится. Так, кувырк мочкой вниз. И такой себе. Так, да что ж такое, мне в глаз-то попало. Что такое? О, прям так активно попало. Стало ходить не хочет. Да. Теперь надо думать, как это... путь срезать. Это ушли-то мы далеко. Сообщение пришло, когда уже мы довольно далеко ушли. Теперь надо думать, как это сделать, чтобы круг не давать лишний. Газин только забегу на секундочку.
Дайте кое-что просил купить. Сейчас куплю, покажу. Короче, вот. Ерунда, конечно. Но ему так нравится. Скорее, знаете, не по вкусу вот это все, а сам, ну, само вот это. Раньше же это копейки все стоило, помните, да? Ой, боже. Копейки это раньше все стоило. Сейчас одна вот такая конфеточка, одна вот такая монетка, стоит 8 рублей. Одна монетка 8 рублей. Раньше что-то, по-моему, вообще не копейки стоили. Ну какая, на милю похоже. Кстати, у Мики тоже столько одежды. Я, по-моему, обещала, да, выложить его это в одежке. В одежке выложу как-нибудь. Вот и такой же брехун, как наш. Надо лишь бы поорать. Все равно на кого, все равно зачем. Поорать же надо. Вот. Сейчас вазон. Что-нибудь интересненькое вам тоже поснимаю. Вы напишите, что вам интересненького поснимать. Готовку, вязание. Может, книжку почитаем. Хочу, конечно. Какая-то фигня летит. А, вот он этот, где я показывала видео. Будка это. Не, не будка, а... Как они, кстати, называются? Забыла, с головы вылетела. Я в предыдущих видео это здание показывала. Говорила, да, что это была раньше детская библиотека. Еще я сюда ходила. Недолго, правда, но застала. И вот за 20 лет, не буду говорить, сколько, вот это вот получилось. Я даже не знаю, и сносить не сносят, и ерунда какая-то. Давайте заглянем. О боже. Сейчас покажу. Страх и ужас. Ни за какие деньги я бы ночью в такое место не пришла. Не-не-не. А раньше здесь было красиво. Знаете, такие еще деревянные полочки. Я сейчас в библиотеке не была, не знаю, как это выглядит. Но потом, когда библиотеки уже здесь не было, здесь был... Что-то здесь было. Государственное какое-то учреждение. Но оно недолго продуло. Вот, здесь был вход. Снесли бы, что ли. Да? Ну, внутри, конечно. А ночью? Еще. Ой, ужас, ужас. Нет. Хотя, ради вас, мои дорогие, если вам такое заходит по душе, я, может, что-нибудь подобное придумаю. А то я только страшные истории знаю, но вы же не говорите, интересно вам или нет. Я и не рассказываю. Я же раньше говорила, на этом канале, по-моему, да, говорила, что я увлекалась в свое время мистикой. Всяко разно, да, было. И у меня есть что рассказать. Я не знаю, интересно это или нет. Так, мы до зоны дошли. Сейчас я заберу эту супер подставку какую-то. Господи, я там не знаю, что мне не нужна была. Сейчас, по-моему, у всех телефонов, даже вот на моем. Жалко, я не могу свой чехол показать. У меня их 7 штук, я уже выкладывала, да? Тоже не помню на этом канале, но не суть. И они уже такие, ну, перебаньки немножко уже потертые. Но так они мне удобны, так они мне нравятся, что я их латаю, что-то там довязываю к ним. Такой хедмейд делаю на старые штуки мои. Потому что есть, я говорила, да, что
Я к технике и к вещам привыкаю очень тяжело. Она меня не любит вещами и техника, у меня постоянно ломается. Но если мы подружились с какими-то вещами, с электроникой, то это любовь. Что-то там, по-моему, народу много. Не поняла я. Спасибо. Короче, держатель, одно название, я не знаю, вот такая подставка для телефона, что это за бурдело, непонятное что-то какая-то фигня, 5 рублей в базарный день, по-моему, ну такое, не знаю. Так что, все, идем домой, с этой фигней идем домой. Опять проходим уже в обратную сторону, мимо этого волшебного здания. Таких зданий, кстати, я знаю очень много. Заброшенные здания, нежилые. Ну что значит тепло и выходные, да? Столько хороших людей на улице уходит, особенно вечером. Что только не услышишь, и что только не увидишь. Сидели дома, крестиком вышивали, толку больше было. Да нет, конечно, отдыхать надо, но с умом. Согласна? Так, сейчас, в общем, вот это Дася распакует, я покажу, что это за держатель. Невозможно, все, народу полно. Всех обнимаю, всем хорошего настроения. Чтобы дождя не было. И чтобы мы все-таки сходили в лес на пикник. Я надеюсь, завтра это все-таки у нас получится с вами. Вот. Всем удачи, всем пока-пока. Ну вот, в общем, эта штучка сейчас далее откроют. Давай открывай. Так, она здесь вот так вот, да. Вот. Еще потом она... Так, сейчас потом она, по-моему... А пока он разберется, уже стемнеет. Да. Давай. Нет, он так не открывается. Чрится.